Доброе утро, друзья! Вы на канале «Уютное чаепитие». И я хочу вам показать, как я делаю крем «Мокрое безе» вот для таких вот трубочек, вот таких рожков. Делается он просто и быстро. Значит, на газу у нас стоит кастрюля с водой. Вот такая кастрюлька у меня, такая довольно старенькая. Здесь я кипячу водичку. Воды немного, пол-литра, включаем. И пусть пока греется. Включаем весы. Белки от желтков в яйцах отделяем. И здесь у меня 62 грамма. Сахарного песка должно быть ровно в 2 раза больше. Так как здесь 62 грамма, у нас будет 124. Обнуляем. Выливаем белок. Можно сразу же добавить 124 грамма сахарного песка. Так, здесь надо нам обнулить. О, так это с этой. Ага. Так, это с ковшечкой у меня тут побольше-то. 124. При желании можно добавить ванилина, если кто любит. Добавим на кончике ножа. И еще нам надо приготовить лимонную кислоту. Ее надо будет добавить немножечко, придает глянец крему. Будет красиво. Итак, друзья мои, сейчас начинаем взбивать. Включаем миксер. Миксером я буду работать ручным, так как будет водяная баня. Начинаем взбивать. Взбила до белой пены белок с сахаром. Затем ставлю на водяную баню. Водичка должна уже у нас подогреться. Пусть постепенно разогревается, но чтобы вода, будет она кипеть, не касалась дна кастрюльки. Сейчас придвину поближе. И будем взбивать. Так, сейчас минуточку. Чтобы было побольше, получше видно, я придвинула штатив. И сейчас будем взбивать до пиков. Крем, вернее сахар, должен раствориться. Вот он уже не чувствуется. У кого есть градусник, он у меня тоже есть, взбиваем до 40 градусов. Ну а если градусника нет, посмотрите, он уже какой. Вот видите, какой густой. Так, теперь убираем с огня. Водичку выключаем. И теперь взбиваем, ну, почти до охлаждения. Теперь я добавлю лимонной кислоты. Посмотрите, крем какой уже густой. Так, ну на это количество лимонной кислоты мои не любят, чтобы было слишком кисленько. Кто ведь как любит? Ну немножечко. Совсем вот я на кончике, наверное, вот в чайной ложечке, совсем чуть-чуть. Наверное, даже пятая часть. И взбиваем дальше. Thank you.
можно добавить немного пищевого красителя. Жидкий. Давайте добавим капельку. Кто хочет поярче, можно побольше. Видите, он уже какой густой. Вот. Еще немножко. Когда взбиваете, да, образуются вот такие пещерки. Все, крем достаточно уже взбивать. Как не скажу. Так, друзья мои, я беру вот такой вот пакетик. Отрезаю кончик. И беру вот такую насадочку. Ну, чтобы в трубочках было все красиво. Где же наша? Это тоже нам пригодится. Берем лопаточку. Ну, вот сюда клеим. Особенность этого крема такова, что он подсыхает сверху. Долго не будешь держать трубочки с таким, трубочки или еще что-то там, чем вы украшаете. Он становится суховатый, как безе. Не сразу, конечно, но на следующий день точно. Поэтому и называется мокрое безе. У него, конечно, есть правильное название, меренга. Не помню, какая, их там много. Но я об этом не думаю. Сейчас покажу я, как трубочки начиняю. Так, возьмем тарелочку. Трубочка. Вообще так много, конечно, бы не надо, потому что крем может вывалиться. Поменьше можно. У нас насадочка такая побольше. Вот видите, как красиво. Мне надо сделать 6 трубочек. Но крема, наверное, останется. Вот посмотрите, как здорово. Вот.